Совершенно недавно министр обороны Украины Алексей Резников представил три варианта, три сценария развития действий, как может закончиться война. Как вы видите развитие в ближайшее время и каковы, на ваш взгляд, варианты? Да, на мой взгляд, только один вариант. Украина добивается военной победы либо по программе «Минимум» границы 23-24 февраля, либо программу «Максимум» больше. И уже подписывается мирный договор, по которому все понимают, что Россия потерпела серьезнейшее военное поражение и не в состоянии больше сделать ничего, кроме там злобного, так сказать, шантажировать ядерным оружием. Больше ничего не может. Поэтому я думаю, что это один вариант, даже не два, не три. Если этого не будет, то мы с вами имеем серьезнейший риск новой, более масштабной, более жестокой войны, и тогда уже точно с ядерным сценарием. А я не понимаю, какие могут быть еще варианты. Ну, вот если мне подскажете, я скажу, во что я верю, во что я не верю, что считаю правильным, что неправильным. Владимир Владимирович, да, вы правы, что, конечно, дело неблагодарное. Значит, предугадывать развитие событий, жизнь покажет, но, безусловно, мы ждем скорейшей победы Украины, она будет, поэтому мы сделаем от себя все возможное, и каждый на своем месте делает все для того, чтобы приблизить победу Украины.